Правительство Бурятии предлагает ввести плату за отдых на Байкале. Такое предложение озвучил глава республики в ходе заседания межправительственной рабочей группы «Байкал» по вопросам развития байкальской природной территории, передает «Восток Телеинформ». Правительство республики предлагает ввести плату за въезд на особо охраняемые территории регионального значения и дикий туризм на Байкале. Как отметил Алексей Цыденов, это позволит создать доходную статью и направлять средства на благоустройство территорий, уборку мусора, обустройство троп, биотуалетов и так далее. Пока это только предложение, которое направят в Государственную Думу. Примут его или нет, еще неизвестно. Напомним, в июне этого года в России одобрили так называемый курортный сбор. Проект предусматривает в порядке пятилетнего эксперимента введение с 1 января 2018 года платы с отдыхающих в Крыму, на Алтае, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Собранные из туристов средства пойдут на восстановление инфраструктуры курортов. Максимальная такса сбора по замыслу законотворцев не должна превышать 100 рублей в день с одного туриста. Однако итоговые цифры будут устанавливать региональные власти. Отметим, что Бурятия в число пилотных регионов пока не вошла.